Здравствуйте, мои зрители, мои любимые подписчики. И я сегодня решила приготовить куриные ножки по необычному рецепту. Соусом терияки. Я, конечно, хотела по-другому рецепт приготовить, но пришла к подруге, она говорит, что будешь заморачиваться. Вот этот соус купи, говорит, он в нем примаринуется и будет почти то же самое. То есть я хотела сначала приготовить соус, сливочное масло, туда добавить соевый соус, все это обмазать, они примаринуются. Нет, она говорит, вот, прекрасная вещь, больше ничего не нужно. Слово подруги закон. Тем более она у меня такая великолепная кулинарка. Вообще, мне, конечно, мечта пароварку купить. Мультиварка есть, не нужна она мне. Я хочу пароварку. Закину туда все овощи, мясо. Я просто очень много смотрю этих рецептов пароварки. И все восхищаются. О, вкусно, как все, как вкусно. Я вот захотела купить себе пароварку. В общем, если у меня смотрят какие-то друзья, близкие, родственники, подарите мне на день рождения пароварку. Ну, шучу, я, наверное, скорее всего, до своего дня рождения, до него еще ого-го, сама себе ее куплю. Ну что, приступаем к приготовлению наших куриных ножек. Берем наш соус. Выливаю его вот в такую мисочку. Чуть-чуть вначале. Не хватит, еще добавлю. Беру венчик и начинаю обмазывать наши ножки. Кстати, в магните какие-то они были прям не очень красивые. Я сегодня ходила в магнит. В мане были вообще страшные. И какие-то они такие вот. Как раз соус сейчас скроет их страшноту. Он соленый уже, то есть они промаринуются прям так капитально хорошо. Конечно, их нужно перевернуть на другую сторону и промазать опять. Приспособление, мучаешься, лучше всего человеческой руки ничего нету. Вымою руку. Ну, соуса не хватило, поэтому я еще чуть-чуть добавлю. И начну опять промазывать. Красить их, красить, подкрашивать, чтобы они были такие красивые. Что я приготовлю на гарнир, да? На гарнир я купила замороженные овощи и рис. Это будет у меня гарнир. Но это еще не все. Это еще не основное, как говорится, в рецепте с этим соусом. Вот сейчас они, час у меня. Ну, я сейчас не буду держать, может так минут 30 подержу, полежат, промаринуются. И вы увидите, что я сюда еще добавлю. Я предупреждала, рецепт необычный. Все, отключаемся, пусть маринуется час. Ну, меньше, наверное. Минут 40. Ну, пока у нас маринуется уже, прошло почти 40 минут. Как лежат наши ножки, я, наверное, начну готовить овощи. Сейчас серу на подсолнечном масле. Вот такие вот я беру обычно. Как всегда, их нужно не отрывать и отрезать. Это же сделано у нас, в России. У нас ничего не предусмотрено. И высыпаем в разогретую с маслом сковородку. Так.
жирный, чтобы лед растаял. Я их обычно вот слегка всегда присаливаю. Это мой волшебный соль, мне так солодкой нравится. Обычно присаливаю, чтобы быстрее они тут мне сок дали и не липли к сковородке. И накрываю крышкой. Рис я буду варить в пакетиках. Покупаю обычно вот этот Увелка, круглозернистый для варки. Мне он нравится, особенно для таких вот блюд. Вот что мне не нравится, что стали они сложить, ну совсем его мало. Теперь к основному блюду. Духовка дошла до кондиции, до 180 градусов. Что я добавляю еще в эти куриные ножки? Оливки. Прям беру и вот так вот их рассыпаю. Убрали некрасивую грязную посуду. Огурчики. Разбрасываю тоже маленькие, такие солененькие. Вот, знаете, вкус будет такой пикантный, необычный. Сейчас привыкли с майонезом, с чесноком. И у меня еще... Можно, конечно, залить, если есть куриный бульон, это будет просто замечательно, да? Но у меня куриная приправа такая есть. Вот видите, она такая, я с водичкой размешала, чуть-чуть подсолила и заливаю на дно. Вот. Вот. Еще сейчас чуть-чуть промариную. Овощи почти готовы, я открыла крышку, сейчас выкипит вода и можно их оставить. Вода закипает, в принципе будет все готово друг за другом, можно сказать, в одно и то же время. Отключаю. Ну, пока у нас все готовится, курочка готовится, рис варится, я вот хочу, села вот тут, купила терияки, и, ну, не читала еще, что в состав входит вот терияки. Сейчас вам прочту, что входит в состав. И даже рецепт есть. Значит, в состав входит вода, сахар, уксус, соевый соус, ага, соевые бобы, пшеница, чеснок, имбирь молотый, кунжутное масло. Ну, дальше пошла пищевая ценность. Рецепт, смотрите, какой интересный. То есть это вот я делала, обмазала, мариновала в духовке. А как сделать вообще намного проще? Способ приготовления, значит, написано на нем. Порежьте 800 грамм куриного филе или любого мясного, или любого мяса на мелкие кусочки. Обжарьте мясо в небольшом количестве масла 5-10 минут. Добавьте соус 210 грамм. А он сколько здесь грамм-то? А, в общем, всю банку 210 грамм. Не экономно. Перемешайте и готовьте еще 5-10 минут. Подавайте блюдо с любым гарниром. Ну, мне кажется, с курочкой, с ножками более экономный. Вот я, кстати, делаю уже второй раз с ним, да. У меня тут полбанки еще. Стоит он, я бы не сказала, что он стоит дешево. Этот, сами видите, да, какая фирма. Он не стоит дешево. И вот, вот, для того, вот для меня, например, порежьте куриное филе и вылейте всю банку, мне это не устраивает абсолютно. Может, какие-то эксклюзивные там случаи. И что? А тут посмотрите,
И огурцы тебе там соленые на закуску. И оливки там. И куриный бульон. Сейчас еще и сыром сверху потру. Да еще и гарнир. Где выгодно-то? Вот какие русские хозяйки-то, представляете? Мы всегда сэкономим, но сделаем очень вкусно. Ну что, отключаюсь. Пойду смотреть свою курочку. Рис, по-моему, уже сварился. Пока-пока. Ну вот, дорогие мои, ножки готовы. Сырок расплавился. Чуть-чуть есть бульончик. Специально он должен оставаться. Это как подливочка. Ножки все подрумянились. В некоторых местах даже прилипли. Сейчас я покажу, как это будет красиво смотреться на тарелочке. И попрощаюсь с вами. Вот такое шикарное блюдо получилось у меня. Рис, овощи и две ножки. Хотите, попробую при вас и скажу, какой вкус. Попробовать? Ну, сейчас. Пробуем кусочек мяски сначала, да? Вот оно. Пахнет, правда, необычно. Вкусно, девчонки. Вкусно, мальчонки. Возьмите себе на заметку этот рецепт. С овощами, с рисом, зеленым огурчиком. Водочки не хватает. Вот. Ну, а я с вами прощаюсь. Как всегда, желаю вам добра, счастья и, конечно же, любви. И вот вам от меня, как всегда, улыбающийся смайлик. Улыбайте, улыбайтесь, себе улыбайтесь, другим улыбайтесь. Будьте всегда в хорошем настроении и, поверьте, у вас все получится. Пока-пока! А новые зрители, подписывайтесь на мой канал, если я понравилась вам своим смайликом, своим рецептом. Нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, не забывайте. Всего доброго. До свидания.